Старая добрая Англия. Овсянка, чаепитие, густой смог над Лондоном. Благополучные джентльмены и чопорные леди. Как проходил день типичного англичанина викторианской эпохи? Знакомьтесь, это доктор Джон Ватсон. Сегодня он чрезвычайно взволнован, так как с утра, как обычно собираясь на службу, он обнаружил у себя на пороге подозрительный конверт без обратного адреса. «Передать Холмсу», — гласила надпись на конверте. Ватсон был старым другом и помощником частного детектива Шерлока Холмса. В тот же день Ватсон направился в паб, который обычно посещал Холмс, и ожидал его там. Привет, ребятки! Это была история про сыщика доктора Ватсона. А это юнцы, мое любимое охотничье ружье, которое бьет крупной дробью. С ним я обычно охочусь на диких кабанов. И это ружье поможет вам усвоить один очень хороший жизненный урок, что быть сыщиками, ящейками и следопытами – это очень дурная затея. Я бы сказал, это очень опасно для нашего юного здоровья. Вы, конечно же, задаете себе вопросы. Зачем? Почему он это делает? А вы хотите знать правду? А, юнцы, вы уверены, что эта правда вам по зубам? Взгляните на меня. Посмотрите на мое лицо. А ведь я ученый, я гений. Я гений мысли и науки. Но в ходе одного из моих опытов произошла банальная ошибка. Я просто перепутал. Я просто-напросто перепутал реактивы. И взгляните, что со мной стало. В общем, у вас есть 60 минут, чтобы найти вашего вожатого. В противном случае я использую его кожу для восстановления моего красивого, гениального лица. И помните, я всегда рядом. Я всегда за нашей спиной!